небольшое село Сары-Колот. Этого робота сконструировали школьники вместе с учителем информатики Баишем Алиевым. Целый год детвора изучала, как собирать роботов и давать им команды. Еще будучи школьником, я увлекся конструированием. Любил собирать что-либо из деталей радиотехники. Направление робототехники для нас в новинку. Это первый год. Заказали программное обеспечение Arduino для начинающих. Мы хотим распространить знания, чтобы применять их потом в быту. Хотим отойти от устаревшей техники к новой. Сельские дети искренне заинтересовались изучением робототехники. От желающих нет отбоя. Сейчас ведь действует правило социального дистанцирования. Если бы не это, здесь была бы толпа детей. Сейчас их пятеро. Когда они приходят в одно время, не могут поделить конструктор. На всех не хватает. Когда играют по двое, они соревнуются и делают лучшие модели. Они очень любознательные и старательные. Дети не могут налюбоваться роботами, которые получаются в ходе разработки. Вот и Бексултан так увлекся, что твердо решил стать программистом. Этого робота мы собрали втроем. Абдушукур, Телек и я. Мы даем ему задание. Задаем скорость, он может поворачиваться и все. Больше ничего особенного пока. Кроме детей, Баиш обучает и своих коллег. С переходом на онлайн-обучение педагогам понадобился человек, который разбирается в интернет-технологиях. Появилось множество программ вроде Zoom. Эти программы мы изучаем при помощи Баиша. Нам всем уже понятно, что в будущем все мы будем общаться через эти программы. Уже наступает эра электротехники и робототехники. Баиш Алиев был мигрантом в России. Вернувшись, попробовал себя в сфере энергетики. До 2016 года он жил в кыргызском эксклаве Барак. Мы направились в село Джаңы-Барак. Оно находится в 3 километрах от Сары-Колота. В этом селе проживает чуть больше 30 семей. В село провели воду и электричество, но интернет еще недоступен. Старший сын у меня с ограниченными возможностями здоровья. У него ДЦП. Там у меня младший. А здесь второй. Сынок, лежишь, сладкий мой. Меня сразу узнают. А это вот самый младший, Абубакир. Поздоровайся. В 2016 году построили дом и переехали сюда. Дом хороший. Особых трудностей нет. Условия нам создали. Дорогу щебенкой засыпали. Если село увеличится, школу построят. Будет прекрасно. Сейчас школа немного далеко расположена. Дети пешком ходят. В остальном все зависит от нас.